Члены молодежного парламента Ямала начнут реализацию нового проекта «Парламентский ум страны», который направлен на повышение правовой культуры будущих избирателей. Планируется, что в ямальских школах появятся префекты из состава учеников. Они будут участвовать в решении школьных вопросов, а также смогут доводить свои предложения до городских властей. В школах будут избраны префекты, где ребята посредством выборов, то есть настоящих, где ученики будут голосовать за своих кандидатов. Кандидаты, в свою очередь, будут агитировать свое участие, будут предлагать ученикам, почему же все-таки учащиеся школ должны голосовать за них. Впоследствии префекты будут уже решать проблемы школ. Но, конечно, главная задача – это повышение электоральной активности, чтобы ребята полностью погрузились в процессы выборов. Представители окружного избиркома и молодежного парламента Ямала уже подписали соглашение о сотрудничестве. Реализация проекта «Парламентский ум страны» планируется в начале учебного года.